Итак, What's up, gamers? It's gaming time. Короче, вот у нас, короче, уже не Майнкрафт, потому что Майнкрафт дико лагает, это очень грустно, я постараюсь что-нибудь еще... Я всегда так говорю, но у меня никогда ничего не получается сделать, поэтому навряд ли я что-то сделаю. Скорее всего, я просто куплю Майнкрафт для PS... 4, и мы будем играть в Майнкрафт для PS4, потому что другого исхода варианта я не вижу, как эту проблему решить с лагами в Майнкрафте. Типа, там, конечно, может не так круто, но рано или поздно Майнкрафт для PS4 обновится и станет таким же крутым, каким он был, каким он есть для Майнкрафт Java Edition. Точнее, нет, его рано или поздно сделают кроссплатформенным, короче, anyway. Сейчас там что-то в чате пишут. Ох, боже мой, не могу вставить батарею назад в ноут. Я просто уже столько всего придумал, как можно повысить FPS. Все равно лагает, поэтому в любом случае мы можем стримить сюжетные игры. Не обязательно играть в Майнкрафт вообще-то весь день. Все, батарея вставлена. Так, идем читать чат. Почти идем. А как я это делал? Показ. А, вот. Комментарий. Привет, что я пропустил на прошлом стриме? Ты пропустил слайд-шоу по Майнкрафту. Я пытался стримить Майнкрафт, но он очень лагал довольно сильно, поэтому в этот раз мы уже закончили. Когда-нибудь я еще попробую стримить Майнкрафт. Пока что Майнкрафт мы стримить уже не будем. Это что я могу сказать точно. Ну, в плане сегодня. Не, ну, возможно, мы будем еще сегодня стримить Майнкрафт, но навряд ли. Шанс очень маленький. Вот. Так что ничего не пропустил. В принципе, ну... Если захочешь, там в слайд-шоу можно увидеть, как меня убивают различные проигроки в Майнкрафте. Вот. Так что вот. Сейчас мы немножко... Я немного подредактирую этот стрим, да, и мы начинаем... Так что вот, да. Firewatch стрим прохождения. И, блин, надо бы в фотошопе еще двоечку добавить на картинку. Ну, типа... Где? Как? Вот, номер. Номер. Номер 2. Ну, это не картинка. Картинку мы уже менять пока не будем. Ладно, нет смысла. Свой значок. Хорошо, добавляем свой значок. Превьюшка ее называют еще. Так, смотрите пока на эту красивую картинку. Я серьезно, что-то я совсем обнаглел. Если бы я еще помнил, в какой папке находится эта крутая превьюшка. Папк. Хорошо, по-моему, она находилась. В не засмейся челлендж, где это? Вот. Я заметил, что у нас появился новый модератор. Да, как ты это заметил? Тут можно это посмотреть. Да, там один человек сильно просил. Я уже. Ладно, я добрый, я дал модератору. Что там сбоку за картинка? Все. Почти все поменяли. Превьюшку добавили, осталось найти свои первые алмазы в Майнкрафт. Нет, это мне рекомендует летсплей по Майнкрафту. И боже мой, я так хочу поиграть в Майнкрафт, но, увы. Нет. Так, значит, заходим на прошлый стрим. Вы пока посмотрите на край. На самом деле красиво, умиротворенно, но правда у меня наушники, которые я использую для компьютера, они, короче. Йо, уже 20 просмотров, как так? А, это старое, все спокойно. Наушники, которые я использую для стримов с компа, у меня они что-то для APS-ки, они как-то не подходят, они звук не записывают вместо микрофона, они, короче, какое-то шипение. Я шел под конец стрима и увидел. Издает себя какое-то непонятное шипение, урчание и все такое. Так что вот. Поэтому я играю с другими наушниками. Так, сейчас все будет. Просто нужно описание скопировать. Прошлое. Потому что, хз, можно типа поставить постироничное, какое-нибудь написать постироничное описание, но... Не думаю, что постироничная аудитория, такой контент.
Типа Майнкрафт, да, сапер, да, все это постирония, но когда дело заходит таких душевных, задушевных Словения, что? Что? Что у меня в тегах делает Словения? Ну ладно. Все, сейчас будет. Мы добавляем описание. Меняем, точнее. Потому что мы не постирония, мы. Потом копируем теги. И меняем наши теги на теги, новые теги. Все, идеально. Сохраняем. Так, ждем, сейчас все сохранится и можно начинать. Оно сохранилось? Все сохранилось. Все. Идеально. Начинаем. Все. Сори за такую задержку. Конечно, плохо. Мне приходится играть без наушников, и звук идет от телевизора. Но, в принципе, это тоже довольно эпично, потому что телевизор-то там стереозвук, и поэтому просто сделать погромче на 39. И можно играть. Щит, только я забыл микрофон прикрепить. Сейчас начинаем. Все, по идее, должно быть слышно. Так, мы начинаем, короче. Продолжить. Можно вообще новую игру начать. Давайте зайдем загрузить игру. Вернуться к вышке. Идеально. Мы так и не смогли вернуться к вышке. Кстати, я видел, что те хотели скинуть донат. Скинули? Да не, какой донат? У меня нету приема донатов. Мне не до этого. Я играю в игры. Какой донат? Хз, попробовать, конечно, можно, но мне просто кажется, что это все постирония и рофл, и на самом деле никаких донатов не будет. Но, типа, попробовать можно, лол, типа, никто от этого не пострадает, я думаю. Мне кажется, никто от этого не пострадает, по идее. Все, значит, мы вернулись, йоу. Значит, я дико тупил и не понимал, как мне вернуться, но потом... Вау, вот это красиво, но потом посмотрел на стриме, короче, там было написано, просто вернись. 5. А ты чат можешь читать? Да, у меня сбоку открыт. Я могу сделать, чтобы он и на экране был. Сейчас покажу как. Вот так. Ну, типа хз, так становится неудобно. Так нужно. Вот, можно когда-нибудь строить стрим по Фортнайту. Не знаю. Это. Фортнайт не хайп, поэтому его уже можно не стримить. Но. Типа так можно, но это не та игра, в которой это вообще-то нужно. Давай, что давай, Fortnite? Не, мы сейчас играем в Firewatch. Душевная, задушевная игра, когда костер. Я его уже затушил, в смысле? Нормально, еще раз затушу. Можно, кстати, еще разочек. Воу, а что будет, если... Давайте до 10, уже, по-моему, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне не дали. А, кстати, в этой игре есть ачивки? Мне аж интересно стало. Не, я думаю, этот чат выглядит как для... Тут есть ачивки, йоу. А, и все призы скрытые. Ну ладно. Ну, кстати, все, в принципе, обычные. То есть, я их должен... Что? Пивная банка. Йоу, мы нашли пиво. Прибраться. А? Мы можем убирать мусор, кстати. Мы можем позвонить еще. Are you fucking serious? Yeah, sure am. People are just the worst, aren't they? They're not great, no. Да, ну, в принципе, Жиза... Чё вот... Связка фейерверков, слушайте.
L1 для... А что тут можно изучать? Круто. Мне это ничего не дает. Ой, не та кнопка. Йо, как хорошо, что я сюда вернулся. Здесь много чего можно сделать. Мы, кстати, можем узнать, что за пиво они пьют. А, это уже плохая пивная банка. Тут уже не видно, ладно? Виски, йоу. Ух ты, ферритиш. Йоу, это какой-то... Давайте сообщим. Ставили бутылку виски. Ля, мне нравится, как там в английской версии говорят, типа, fucking fuck, fuck me, fuck you. А на русский брат, типа, офигенно, вау, круто, супер, блин, какие гады. И все, ну все, мы все убрали. Мы можем еще их одежду, я думаю, забрать или нет. Шлифчик мы уже осматривали. А может, его можно конфисковать, кстати? В смысле? Я живу. Референс, ура. Черт, что-то Сасаки Хайса ушел и другой лифчик. Но уже с ним нельзя. А, не, можно. Трусики? Ничего себе. Вау, вот это добыча. Супер. Типа Сасаки Хайса что-то ушел, а ему, думаю, понравился референс Гачимучи. Так, потом на северо-запад мне было сказано. Значит, тут я вернулся к реке. Компас. А это не комп... Йоу, я так тоже могу. Это не компас. Вот компас. L1. L1. Северо-запад. North. За... Не, восток. По-моему, вот так было. В смысле? А го туда сходим. Блять, я, похоже, так и не дойду до туда. Хорошо. Пускаем компас, достаем... Ага, карту. L1. Это L2. Всегда путаю. Значит, где мы? Вот мы. Что-то Сасаки ушел и... О, еще лифчик. Лифчики, это круто. Сасаки ушел... Сасаки Хайса вернется. Так. Хорошо. Значит, надо зайти... Я сейчас зайду на предыдущий стрим, посмотрю, что же нам там делать-то надо было. Потому что я сейчас опять ничего не понимаю. С теми, кто... Так, ну мы разобрались. Все, фейерверки уже никто не пускает. Значит, я иду куда-то. Больше к концу будет уже. Да. Старое снаряжение, боже. Вот, найти путь назад. Значит, по идее, я где-то... Я здесь еще возле реки, да? Хорошо, дальше. Только сейчас это снег. Ага. Идеально. Листаем. Значит, вот я пытаюсь забраться домашним дедовским методом. Рассматриваем, да, хорошо. Вот, ладно. Куда мне идти, напомни. Иди обратно в сторону озера, поверни на север и восток через ущелье дальше. На дальний восточный... Где? Напомни. Значит, на дальней восточной стороне должна быть... Иди в сторону озера, я уже дошел. Поверни на север и восток через ущелье. Север и восток через ущелье. Так, компас. А, путаю. Север, north и восток. Восток, east. Вот туда, то есть, через ущелье. А, я сюда, кстати, в первый раз, когда играл и пошел. И все, типа... Просто я не разобрался, куда дальше идти, но... Думаю, сегодня я уже разберусь. Можно искупнуться, вау. Мокренько. И, типа, теперь мы идем, да? Теперь мы просто идем.
Так, это что это было? О, options. А нет, options это не то. Ще. Настройки показа. Ок, идеально. А, это не то, ну ладно. Типа это прозвучало странно, прикольно, когда ты говорил, ну типа ты понял. Ладно. I guess. Так, что-то два зрителя уже. Хоть бы это Сасаки Хайса вернулся. Постоянный зритель. Firewatch. Ну ладно. Все, неважно. Не отвлекаемся. Все, теперь мы просто играем. Ну, до сюда я доходил, по-моему. Но я просто не нашел, куда дальше идти. Ну ок, пока будем идти прямо. Пока что, в принципе, нам везет. Пока что все хорошо. Меня хоть там, кстати, слышно? Мне вот интересно. Я же могу чуть-чуть сделать звук микрофона погромче. Тут, благо, таких проблем с этим всем нету. В отличие от ПК. Вроде бы, дополнительные настройки, хорошо. Нет, это не то, стоп. Не ту кнопку зажал, вот. Так, звук и устройство. Сюда идем, значит, уровень микрофона. Вот, я... А, так оно нормально, оно... О, вау, даже многовато. Нормально, нормально, ладно, нормально. Я кричать не буду, не волнуйся. Все. Вперед делать растяжку. Мне бы на ту сторону попасть. И моя мать рабочая всех запутывает, извините. Прощаем. Мне бы на ту сторону вот. Кстати, тут... По-моему, я до сюда не дошел. Я думал, что назад той же дорога, что и вперед, поэтому я сильно не рассматривал. Такое небо красивое, такое, типа, нарисованное и в то же время такое реалистичное. Йоу-йоу-йоу, быстро отвечаем. Что такое? Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Не переживай. I'll keep that sort of thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. ХЗ, по голосу было непонятно, что она пьяная. На самом-то деле голос ее ничем не отличался. То есть, в принципе, она умеет пить. О, вау, я даже сюда могу залезть. Ведь будь бы я в реальности такое мог. Можно идти по водичке. Я бы в реальности не пошел по воде, на самом-то деле. Но я не в реальности. Ладно, будем делать вид, что это все реальная жизнь. Нет, мы так не будем делать вид. Сори. Сори. Хорошо, это был я. Не страшно. Не страшно, это был я. Ничего страшного. Спокойно, не волнуйтесь, это все я. Я хоть... Надо камеру... Надо чекнуть карту. Почему я L1 и L2 путаю? Где? А, так я скоро дойду, нормально. По идее. Потому что что-то было про восток сказано. Восток это South. Вот где-то тут что-то будет. Ладно. Пока что мы хорошо идем вперед. Ок, уже не так хорошо. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Йоу, эпик. В 10 лет меня попала молния. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. Ну, это да. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Что? Он... Сделай вид, что это реальная жизнь, а деньги шишки. Спасибо, у меня, кстати, дома была шишка.
Стоп, так о, этот чел самоубился? Ни хрена себе, вот это эпик. Я знал, что и был такой чел, но я постоянно его имя забывал. А вот оказывается, что он еще и самоубился, ничего себе. Так, ну я, кажется, иду правильно. Все, нужно чекнуть карту. Я немного прошел, но в принципе. О, можем чекнуть, что тут. R2. Я помню, у всех ящиков один и тот же пароль. Потому что это. А, ты куда листаешь? Стоп, хватит, стоп, не пугай меня. Идеально просто. Карта, ну давай. Карта обновлена, я не могу ничего сообщить, хорошо. А можно что-нибудь там взять вкусненького? Фонарик. О, это было очень жизненно. R3, рок. Я могу о нем сообщить? I get the sense that not everything in here is useful. Ну да. I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers, and secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Ок, спасибо. Ну, я не хочу его носить на самом-то деле. Поэтому я его положу назад. Все. Здесь больше ничего нету. Здесь еще Defend есть. Мы просто его закроем. И был бы хорошо, назад замок приделать, но его больше нет. Хорошо. R3, это что? Это ты? Это ты? А, R3, это ты. Это ты. Вот. Ну, сейчас еще не стемнело. Йоу. Куда я попал? Слушайте, мне. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. So I say, fuck it. You're a grown man. You can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Что происходит? Ладно, меня это, пожалуйста, не трудно объяснить сюжет этой игры. Проверить эхо здесь. Здесь можно ходить? Сейчас. Твою мать, вот это страшно. Слава богу. Хорошо, давайте проверим эхо. Это все, что нам осталось сделать. Привет. Мне нравится. Что я делаю? Боже, это симулятор реальной жизни, реально. Все, я больше не могу. Сюжет этой игры. Я хз, я пока сам еще не разобрался. Но что было в первой части? Короче, мы были крутым чуваком по имени Генри. Мы познакомились с какой-то женщиной, мы ее там любили, у нас была собака, мы хотели завести детей. Потом у нее, короче, началась болезнь, типа ранняя деменция, что такое, короче, деградировал постепенно, да, и все, I guess. Больше я ничего не помню про сюжет. И все, и мы, короче, устроились на эту работу. Caves closed. Йо. Я сюда обязательно еще вернусь, мне это нравится. Хоть бы сейчас не упасть. О нет, он же сейчас упадет. Он не упал, слава богу. Умный главный герой. Так, все, значит. Куда нам дальше? Это не то. Ага, мы почти вернулись. Все. Теперь нам по тропинке идти. Похоже, закрыто.
Не, мне так не кажется. Мне кажется, что если еще разок постучать, нас пустят туда. Ладно, разок уже... Вау, это я паркурист. Давайте... А, он уже по-другому бьет, кстати. Можно когда-нибудь строить 10-часовой стрим, где мы будем просто в эту дверь долбиться, и все, все, поднимаемся. Хз, может здесь стоит рандом, и типа рандомно можно упасть, можно выжить. Все, мы добрались, нормально, мы живы. Надо, я думаю, пробежаться, потому что на самом деле скоро дождь, никто не хотел бы намокнуть. Типа... Вау, фигура? What the fuck? There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Слушай, Ваня, не пиши, пожалуйста, слишком много, а то открываешь дверь, и там пукшик. А то просто ты напишешь, потом удалишь, а меня это отвлекает сбоку уведомления. То есть пиши больше, более-менее по делу, ок. Так, тут где-то человек был? Уже нету, я так понимаю. Хорошо, у нас больше нету человека. Ну, типа... Ничего страшного. Это, в принципе, норм комментировать. Не могу сюда? Не могу сюда. Ну, ладно. Давайте не будем отвлекаться от сюжета и просто пробежимся, потому что... О, как могу, о, как... Тупо... Йоу! Блин, этот человек старше меня, наверное, раз в 10, но он в разы лучше в физической форме, чем я. Хотя вроде бы нам говорили, что он был спортсменом, я уже и не помню. Слушайте, а тут какая-то дорога есть. Мне кажется, небезопасно, ведь начинается дождь, надо ускоряться. Интересные вещи в эти ящики раскладывать. Типа, вот я уже два ящика опустошил. И все. Конец истории. А кто их... Кто туда вещи положит? Йо, эта работа прям создана для меня. Где я? Забраться... Ты шутишь? Я бы не смог. Смотри, не уп... Я все еще пугаюсь, что он упадет. Благо он... Опять? Вы издеваетесь? А безопаснее пути нету? Конечно, ты устал ты... думать. А, страшно. Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Круто, мне нравится. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Круто, мне нравится. Очень полезная информация. А мы можем сходить в туалет? Мне кажется... О, тут мячик. А мы его... Давайте его попробуем бросить прямиком в туалет. Вот просто что будет? Ладно. Мне да...
Даже нравится туалет, он отвратительный. Мне кажется, меня там убьют. I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Класс, мне нравится это. Все, я больше не могу говорить о туалете. Ну ладно, это зато был классный диалог. Так, как мне открыть карту? Хорошо, просто приблизим. Ага, значит, мне, по идее, нужно идти туда. Как разбираться в картах, типа? Это мой палец. Ага, вот тут есть, значит, мне нужно вниз. Вниз это S. Это South, это восток, я так, сколько я помню. Без разницы, главное, что я понял. Мне в сторону S-очки нужно идти, вот туда. Понимаю, сюда. Черт, карты лучше не брать, потому что постоянно путаешься еще больше. Там что-то, кстати, про замок можно было спросить, но я не нашел, что за замок. Это? А, это генератор. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Звучало очень грустно. Да, она агрессивная. У меня есть локоны. Вау, мне нравится главный герой. Выглядит так, как будто он крутой. Я надеюсь, я в правильном направлении иду. Машинка. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Fuck you. Надо выключить свет, потому что... А, мы уже говорили, он уже поймет, что... Слушайте, это очень... Это выглядит очень страшно, мне уже страшно. Окно открыто. По-моему, все было закрыто. Кровать. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker! Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Страшно здесь жить. Слушайте, а можно я положить спокойно? И вот это я разозлился. Тихо, ты пишешь на этой машинке, успокойся. Идеально, так и должно все быть. Разбитое стекло. Okay, хорошо, я позвонил. That was fast. Yeah, well, do you have any idea who could have done this? I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Спасибо. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. Оу. Вау, я аж испугался. День два, так тут по дням. Короче, я вчера зря остановился, не закончив первый день. Нужно, короче... Один стрим на один день, короче, делать. Все. Отныне так и будет.
Один стрим, один день. Вау, сюжет развивается быстро. Да, это в принципе... О, меня трясет. Я машу. Проснись. Awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. I mean, we've had issues with the radios going out in this area before. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. На север. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Какой-то я очень стал злой после того, как мне вломились и выбросили мою машинку. Интересно, с чего же? С чего-то чат замолчал. У нас геймплей, мы играем. Ок, это было эпично. Так. Йоу. Как так? Это типа... Вломи... Ну ок, окна может я сам открыл, но вломиться... Сюда бы никто не пролез. А, кстати, машинка как раз стоит здесь. То есть взял такой, просунул руку, достал машинку и убежал. Вот же негодяй. О. Круто. Мне нравится, как он делает это. Да, в этой игре реально нужно поднять. Вау, вот это красиво. По дням, короче, играть. Ну, сегодня хз, сколько сейчас время, есть ли еще? Вот, да, можно до 11 попробовать. Если я, конечно, успею. Хорошо. Значит, как я сюда вчера пришел? Перепрыгнуть? Ок, в этом не было смысла на самом деле. Ну ладно, вполне себе прикольно. Я просто по карте сверюсь. L1. Ага, я не в ту сторону пошел, значит, не... По-моему, машинка была возле лестницы. Ок. По-моему, мне все же в эту сторону куда-то. Ну-ка. Нет, мне в противоположную. О, боже, как все сложно. А, ну, в принципе, да. Я не ориентируюсь в лесу, увы. Не совсем сюда, ёл. А, так вон же туалет, стоп, есть. Боже мой, кстати, можно сходить в туалет. Я какой-то супергерой. Мне в туалет ходить не надо. Там, наверное, так и нужно спуститься там же, где я и залез. Хотя здесь, конечно... А чё, давайте.
Круто. Мне вот интересно, в реальности тоже так можно, что ли, прыгать и выживать? Мне, конечно, лучше. Круто. Далеко, конечно, я бросил. Все, вперед. Мы, короче, идем в пещеру, а потом на север. Что-то такое было. Там проверить провода. Хорошо. Кто-то сломал провода. Кто-то... По крайней мере, нас кто-то уже ненавидит. Круто, хейтеры. Напали. Хейтеры напали, короче. Я пытался спокойно жить, и на меня напали хейтеры. Конец истории. Хоба. Думаю, нас не просто так назвали Хэнком, типа... Когда это просто так персонажи называли, типа, Хэнк, Thanks. Оно действительно не рифмуется, типа. Хэнк, Thank. Ну, только так, ну, все. Наверное, здесь будет какой-то сюжетный твист. Вау, утренний туман. Как красиво, как... Вау, мне нравится. Холодный туман. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break, or... We're... I'm sorry, can you hold that thought? Sure, just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. Hey, your button is still down. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Нет, в смысле? Нельзя так делать. Щит. А там варианта лучше не было. Там либо спросить, кто и звонил, либо рассказывать про Джулию. Типа... Про Джулию, она вообще ржала. Она не вернется, да? This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your cave and kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Хорошо, мы туда не попадем, потому что там закрыто и нужны ключи. Замечательно, ладно. Значит, куда мне нужно? Мне нужно было что-то в пещере на север. Везде прохладно. Я хз, честно говоря, даже пожалел, что начал разговор о Джулии с ней. Не самая лучшая идея для разговора. Так, тут же мы уже были, да? Тут ничего нового. Хорошо, нам что было в пещере на север. Угу. Север, на норт. Туда типа? Ну, го, попробуем. Спасибо за обучение.
Я ж понимаю, мне сюда надо было. Хз, стоило ли спрашивать? Блин, такой сложный выбор, типа, можно было про Джулию, но хз. Наверное, моему главному герою было больно об этом говорить. Надо было рассказывать про бар. В любом случае, что сделано, то сделано. Мы ее раздражаем. Но все, можно не рассчитывать на заведение новых друзей здесь. Мы уже от одного избавились. Замечательно. Я хоть туда иду, я не понимаю. Стоп. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Я не успел дочитать, в смысле, она слишком быстро сказала. Ну ладно. Что там было сказано? Зачем же так быстро говорить-то? Ага. Вот, значит, сообщаем, я вижу провод. Все. Стол, по которому отсюда скажется. Проследую вдоль него до конца, и если возможно, и можешь возвращаться, только сообщить, что все хорошо. Хорошо. Нормально, значит. Во-первых, я не вижу провода. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. Ага, понятно. Больше мы с ней не можем уже поговорить, да? Да. Так, а где провод-то? Боже, наверное, это так очевидно, но я не вижу нигде провода. О боже, какое красивое небо. Где провод? Да, блин, что происходит? Я понял, что здесь где-то столб. Но это не столб, это дерево. И это дерево. Блять, насколько же я тупой. Вот, провода. Хорошо. Возможно, все это не связано, что мы уже видели. Столб. И, типа, тот чувак с фонарем, и те девушки плавающие, и... наше прошлое. И все в этом духе не связано. Но я не думаю, что это так. И нападение это точно. Скорее всего, все действительно связано. Хорошо. Пока что провод идет хорошо. Кстати, сейчас хорошо, что мы идем вдоль провода, мы хоть назад не заплутаем. И вроде дорога такая была, ну, нормальненькая для нас. Ого, нам далеко идти. Ну, вон, тут столб, кажется, последний. А тут можно зумить, да? Не, а еще не последний. Хорошо. Значит, нам предстоит хорошая прогулка. Ничего страшного, тут очень красивые пейзажи. Такие звуки красивые, мне нравится. Природа. Наверное, стоит пока помолчать, пока такие красивые звуки природы. В смысле, а перепрыгнуть? Тебе это что, ты считаешь это непреодолимо? Я так не считаю. Ладно, возможно, можно где-то снизу пройти.
Да, снизу хорошо идем. Вон там сундук или мне... О, вышка. Ты рано просыпаешься. Вышка Делайла. У меня что, есть бинокль? У меня нету бинокля. Up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up, Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow, the forest could never burn down on your watch. Да, точно. Я могу еще про это поговорить? Мне нравится говорить, почему бы и нет. Ладно, мы больше не можем поговорить, я так понимаю. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Good find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss it. I'll go see what the damage is. Ага, вот теперь я должен, по идее, туда забраться. Да? О. Почему бы и нет? Кто-то пытался его взломать. Это глупо отрицать, что его кто-то пытался взломать. Хорошо, так, что тут еще есть? О, шишки. Йоу. Блин, а их же кто-то собирал, а я просто взял и выкинул. Я веду себя как хулиган, боже, мне уже стыдно. Шишка. А тут больше нет ничего полезного? Как-то... Блин. Ну, карту хоть обновили. Пока разберешься с этой картой, лучше ей с ней не разбираться. Вот, кстати, о, шишка. Это шишка или это черепашка? Черепашка! О, у нас теперь есть. У нас есть черепашка, вау, это мило. Круто, мне нравится. Его, наверное, можно было выбросить, но нет. Я... Злой путь, злую арку, короче, мы начнем в следующем прохождении. I guess. О, блин, мы завели черепашку, это мило. Так, окей, мы хорошо идем. Вот там что, мусорка? Нет, это надгробие. Надгробие, ага. Йоу, и опять мусор. Кто? Эти тупые хулиганы. Пивная банка. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Короче, походу здесь не просто так провода обрезаны, потому что тут кто-то прыжок с высоты, ну горе с гнём. Я и не с такой высоты прыгал, мне вообще пофиг. Ля, дети такие бесячие, что в игре, что в реальности. Ненавижу детей. Хэштег дети отстой. Типа, камон. Нельзя просто не мусорить, нет, это очень сложно, да. Хотя, с другой стороны, они здесь сами виноваты, что мусор как не оборудовали. Пивная банка. Все, сомнений нет, короче, здесь какие-то
Ну, хз, типа, какие дети пьют пиво, кроме постиронично. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Да, поделись. Breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Now they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Пиздец, они мрази. Нельзя быть такими мразями. Так, теперь главное не наступить. А вон там что-то... Go hell. В смысле, это еще одни трусы, да? Типа, откуда у них столько? Они уже одни... Что здесь? Я просто хочу подойти и убедиться, что это действительно трусы, да? Судя по всему, это действительно трусы. Супер. Тупо два девчонка-тинейджера... Две девчонки-тинейджера, которые повсюду оставляют свои трусы. Это... И пьют... Которые повсюду оставляют свои трусы и пьют, короче, пиво. Типичные тинейджеры. Не, ну, пока что все жизненно. Пока что игра, симулятор жизни 10 из 10. Хорошо. Пронесем до следующей бутылочки, я думаю. Баночки. Типа, ну хз, тут, конечно, навряд ли мусорки нужны. Нет, мусорки везде нужны. Да, все, вы виноваты, что мусорки не поставили. С одной стороны. А с другой стороны, не могли бы взять пакет. Все же сюда идут специально. Короче, очень сложные дебаты. Там есть смысл прыгать? Да не пиво ты. Да, есть смысл спрыгивать. Вон бутылка. Прыгаем, короче. И вон еще какой-то насыпь. Это они ставили, я думаю. Нет, это так должно быть. Это зря паникую. Все как это. Everything as it should be. Они могли туда пойти? По-моему, там лежит банка пива. Да, это она. Как я их напугаю? Бу. Внимание, насчет 3 скример. 3, 2. Стоп. Внимание, на счет 3 скример. Раз, два, три. Бу! Это чувак, за которого я играю, в разы круче, чем я. И я ему сделаю... А, понятно. Я зря это вернулся, потому что я отсюда спрыгивал. И я, по сути, ему жизнь только испорчу, потому что я не такой крутой, как он. И не могу делать таких крутых решений, какие бы сделал он на самом деле. Разработчики, вы испортили жизнь бедному Генри. Вон пиво, да? Нет, это цветы. Не отличаю пиво от цветов. Извините. Я просто тинейджер. Вся в карте. Может что-то быть? Типа, мало ли здесь нарисован путь, которым подростки пошли. Нет, не думаю. Хорошо.
Хорошо, я пошел не туда, потому что здесь нету пивных следов. Хорошо. Хотя бы я не мусорю. Я хоть чем-то. Я хоть не самая худшая тварь в этой игре. Я хотя бы не мусорю. Вот все. Если вы мусорите, пожалуйста, отпишитесь от меня. Удалите свою страницу в ВК. Везде удалите свои страницы и просто повеситесь. Потому что вы мрази, которые не заслуживают жить на земле, если вы мусорите. Я все сказал. Мне с вами противно общаться. Мне противно, что вы меня смотрите. Вот, а если вы не мусорите, то вы вообще топ чел, 13 из 25. Слушайте, куда я иду? Здесь нигде нету пивных бутылок. А теперь применим смекалку, значит. Угу. Они бы пошли покупаться, да? То есть... Force Basin West. А, West это нам туда. А, так я смотрел прямо на West. Ну ок, предположительно они пошли поплавать. Что, ну а что еще делать? Перерезал провода, отомстил, выпил пиво, пошел поплавал. Все как в реальной жизни. Меня смущает то, что я нигде уже не встречаю пивных... Вау, вот это я иду спокойно. Я бы боялся этих такого. Меня смущает, что я нигде не вижу пива. Карабин. Да, у меня нету веревки, мне нечего прикреплять. Возможно, там веревка есть. An abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. О, у меня ныне есть фотоаппарат. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, we only used three or four. Neato. Крутотень. Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no, no. He was stationed in Two Forks, near Lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and, one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Так, стоп. Снизу, значит, 18 это число. Снимков что я могу сделать? Ага, а как чекать снимки? Вау, это мне нравится. Сделаем еще один снимок. Ля,
Я уже сделал два пустых снимка. В смысле, надо быть экономнее. Все, прячься. Все, на нем у меня есть веревка, значит, можно спуститься вниз. Так понимаю, мне туда и надо. Они пошли, предположительно, они пошли к реке, больше им некуда идти. Они ее выпили. Ну, собственно, да, мы это уже обсуждали. Если я буду осторожно спускаться и смотреть вот так. И не споткнусь, вот так, смотрите. Осторожно. Е. Все нормально. Благо веревки. А, я зря сюда спускался, мне здесь некуда типа пойти. Йоу. Серьезно? А, нет, есть куда, нормально. Ну, я так понимаю, это мне обеспечит безлимит веревки. Ну, не столько безлимит, сколько мне просто ее хватит. Осторожно. Хорошо, вроде бы он уже перестал падать. Йо. Вот эти кусты похожи на человека. Джон Си Лейк. А мне куда надо? Форо Фейк Бейзин. А куда я иду? Я иду не в ту сторону, походу. Угу. Ron and Dave, they're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Круто, ну-ка почитаем. Дейв, угадай, у кого свидание с Дебби на следующей неделе. Нет, не у засранца Стива, а у твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в двух тропах и услышал, как он говорит сам с собой больше, чем другие дозорные. Поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни Рок, когда тот развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас это, конечно, не касается. Мы сливки общества. Давай выпьем за Деб. Что? Звучит как постерония. Давай выпьем за Деб, Рон. Давайте оставим себе. Отколотый камень. О! А, что ж ты такой умный? Ура, получилось. Окаменелый коготь. Использовал вещи для припасов. Хорошо, ладно. Похоже, что я иду не в том направлении, потому что здесь нигде нету бутылок пива. Я думаю, стоит вернуться назад. Sorry about snapping at you earlier. I thought about it, and yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So. Did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. Everything's fine, just, you know, taking some time apart, getting some fresh air.
A little change. Yeah. All right, well, we can just leave it at that. Thanks. Хорошо, походу там, где я и закончил вчера эти сообщения, тут, собственно, с этого все и начинает. Ну, геймплей самой игры. Хорошо. Я не знаю, туда ли я иду, потому что нигде здесь, по идее, нету бутылок пива. Слушайте, обзоры. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Thousands, even full percentage points of the global hedgehog population. Uh-huh. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Haha. That is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high quality information. Okay, okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Хорошо, да. Очень... да. Все очень серьезно. Бедные ежи. Ох, похоже, мне сюда не надо было, и поэтому просто... Хотя я столько вещей нашел, значит, мне все же сюда надо было. Ладно, походим тут. Хз, возможно, я там что-то пропустил. А куда дальше можно идти? Мне кажется, сбился с пути, да? Вот, здесь типа... Джонси Лейк, они бы не пошли, я их оттуда выгнал, значит, Форофон Лейк, примерно туда пошли, но я-то что тут делаю, мне в другую сторону зусим. Давайте карабкаться. Просто будем карабкаться. Круто, карабкаемся. По идее, мне только сюда и нужно было идти, потому что нигде больше бы... Ну, как бы и сюда бутылки пива не вели, но... Хз. Джонси Лейк, нет, мне скорее вот это пригодится. И то припасы вроде бы я уже взял. Шо? 60 фит. Ого, чекнем. Я, честно говоря, уже и не знаю, что делать. Ваня Дука, при. При. Чё, как так? О, вау. Выглядит как что-то эпичное.
Чё это? А, это дырка в ящике, да? Кажется, вообще пусто. Мох, типа... саженцы. Короче, ни хрена полезного. Спасибо, я зря сюда пришел. Привет, привет. Ваня Дука. Чё как, чё нового? О, я тут был? Нет, я тут точно не был. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ладно, понятно, хорошо. Это было очень эмоционально. Как я сюда попал? Я просто ищу бутылки пива. Звучит неправильно, но вообще-то это сейчас и происходит. Наверное, все же я изначально пошел правильно, типа, да. Больше тут как-то и некуда. А, так я аж с высоты спрыгнул. Ладно, я спать, кстати, у меня есть канал на телефоне Геймер Ваня Дука, зайди туда, пока. Пока. Хорошо, мне в любом случае туда, потому что я сюда добрался, я вспомнил, спрыгнув откуда-то. Неужели такой нетребовательный? А я Firewatch с приставки стримлю. То есть, не знаю, требовательно, не требовательно, но я с приставки, так что мне норм. В смысле, что не лагает. Ну, то есть, когда я с ПК стримил, у меня, собственно, только сапер не лагал. А тут... тут еще и Firewatch не лагает. В общем, все норм. Хорошо, хорошо, значит... Оу, вау, вот это было плохо. Хорошо. Значит, тут я уже был, да? Тут была записка страшная. Хорошо. Just so you know, I didn't mean to overstep my bounds earlier, when you brought up your wife. I know you didn't. You were just making conversation. I appreciate it. So... tell me about her, if you want. Рассказать, ну, как она профессор в колледже. She's ну, это скажем. She's a PhD in biology, evolution and stuff. Ooh, evolution. That's a risque subject in these parts. Man, she sounds sexy. She sure was. Where does she teach? Yale. Yale? Yep, the Yale. Shit, Henry. She flew back and forth. I hated it. Yeah, I would too. Yeah. Anyway, that's her. Чё здесь было? Я что-то, кажется, нашел. Короче, пока потом после стрима зайдешь. Я подумаю. Что это?
Линию связи. What the fuck? Excuse me, Flapjack? Криндель. You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Что? Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Вау, мы нашли общий язык, мне нравится. Хорошо, я запутался. Я туда пойду? Фэнс. Мюль. Хз, ни одна дорога не ведет к Thorfoln Lake. The Breeze, привет. Ни одна дорога туда не ведет, так что нормально, остаемся здесь. Здесь что-то можно было спросить, но я уже не нашел что. О, просто поднимемся. Йоу. Я отсюда же пришел, да? Тихо. Хей, Криндель. Боже, это... До меня только сейчас дошло, насколько это идеально в плане оскорбления. Про кого она это говорила? Она это про меня говорила? Это... Вообще-то это обидно. Такое не... сгоревшее... From this burned section of forest, I have no idea where to go. The trail is pretty cold at this point. Hmm, you're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Mm-hmm, понятно. Они должны были бы оставить след. Похоже, что они этого не сделали. Конец игры. Dummy dumb. Так, значит, хорошо. Мы сходим по... мы ходим по сгоревшей части леса. Becca, who was widowed after her husband, a jockey, was trampled by his horse. We didn't break up. We didn't choose to break up. She got sick. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Хорошо, все, не отвлекай меня, женщина. Я ищу путь. Что это? Куда я иду? Припасы. 2 и 2. Хорошо, мне не туда. Куда? Ну ладно, просто походим по сгоревшему лесу. Выглядит довольно-таки эпично. Йоу. Sorry, I don't really know what you mean by recruiting effort. Oh, after last summer. You know, budgets went through the roof, a lookout, and every lookout for the first time in 20 years. Last summer? Oh, come on, you're from Denver, not Delaware. This was national news, for Pete's sake. Boulder, I'm from Boulder. Same diff. So are you going to let me know what happened that caused this budget increase, or what? Wow. I can't believe you don't know. I was preoccupied last summer. No. У меня жена умирала. The federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did.
I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Ну да. Ну да. Хорошо. Да ну не, вы чё? Я не знаю, почему сюда устроился. О, здесь что-то написано. Я не знаю, зачем я спрыгнул. Возможно, это была ошибка. Что с ней? She's got Alzheimer's. Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. Fuck. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Зачем она меня об этом спрашивает? Это же очень грустно. Опа. I see a really thin plume of smoke. А я нет. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Five Mile. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Хорошо, ищем этот ручей, а то я сейчас уже забуду, что за ручей. Так, вначале найдем меня вот. Thunder Canyon. О, что-то так трясешься. Что какой-то ручей Five Mile. Все, идем, короче, в поисках него. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps. Mm-hmm. Запад, потом юг. Запад, юг, запад, юг. Все. Мы не должны на этот раз забыть. Боже мой. Эта работа не для меня. Запад, а юг. Это south. Север, юг. North, south. East, west. Все, короче, нормально. Потопали, потопали, потопали. Так, ок. Хорошо, пока идем, значит, до реки. Так, как? Что он у меня расспрашивает? Мы встретились в баре. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Типа, в чем разница, пьяный или смелый, типа... Пьяные люди смелые. Кто же ничего комментировать вообще не хочется, просто хочется играть и все, и следить за развитием сюжета. Вот это похоже на лица, вот тут и вот тут. Пока что просто следим. Йо, не, давай, нормально иди.
Наверное, в следующий раз чуть уменьшу качество стрима, потому что это максимально... Он уже не тонкий, он уже больше стал. Этих хулиганок надо избить. Боже, какие современные... Это... Боже мой, это же не современный мир. Тут же еще президент этот Рональд Рейган, или как там его звали. Это же так давно было. А для меня это как будто современное было. Ну, извините, подростки не меняются. Как были подростки говнянами. О, щит, холодно. По этой тропинке идти, я думаю, да. Нужно поторопиться, потому что сейчас там все загорит. Я отсюда пришел, да? Сейчас нужен... Нет, нужен этот. Вест. Нет, да, я отсюда пришел. Вау. Что потом было юг. К югу есть. Значит, вот сюда. Вот здесь где-то будет дорожка. По идее. Вот эта дорога. Не похоже, чтобы здесь была дорожка. Ну ладно. Йоу, я прошел сквозь дерево, в смысле? Да, ладно. Этого никто не видел. Хорошо, этого никто не видел. Мы не проходили сквозь дерево. Нормально. Где здесь тропинка будет? Йоу, я... Zero Z, hi. Если ты пришел прорекламировать свой YouTube-канал, то можешь уходить, пожалуйста. Я не буду смотреть. У меня сейчас нет настроения. Сори, это не тот стрим. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Круто. Her sister Susan is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that! I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Знаешь игру Singularity? Что-то знакомое, но не, кажется, не знаю. А чё, хорошая игра? Может, туда? Нет, ну пожар же в другой стороне, стоп. Вон пожар, всё. Нужно идти в сторону пожара. Не отвлекаемся, не отвлекаемся. Singularity. Чё-то в... Вполне себе знакомая, ну, может, только слышал, но не играл, не играл точно. А что, типа, классная игра Singularity. Блять, я до сих пор не могу эту тропу дурацкую расчистить, что мне нечем. Просто был два ключа, и один хочу подарить. Да. Я буду благодарен, конечно. Типа... Ляш, я делаю одно и то же. Мне нужно нормально ходить. Так. Хорошо, я вижу столб дыма. Мне нужно к нему подобраться, боже мой. Здесь так все сложно, так все запутанно. Так, отсюда я пришел, верно?
Куда я... Как мне пройти, боже мой? Меня... Ад. Мне на сауф. Мне туда, потому что... Я оттуда пришел, да. Значит, где-то тут должна быть тропинка. Вот это похоже на тропинку, но она, в принципе, никуда... А, нет, это кажется, куда-то и ведет. Хорошо, возможно, я нашел нужную тропинку. Нет. Или да. Ну, го чекнем, ладно, го чекнем. Уже ничего не помню. Нет, я дальше стал, да? Здесь был... Здесь кто-то распаливал огонь. Очень круто. Хорошо, я вернулся назад. Мне не сюда, мне в другую сторону, ладно. Ой... Почему бродилки такой сложный жанр, боже мой? Бродилки онлайн. Бродилки, короче, это самый сложный жанр из всех. Как истинный геймер могу сказать, что бродилки это очень сложно. Наверное, просто потому что у меня нету опыта. Это, наверное, первая бродилка. За исключением Батима, в которую я играю, типа. Батим себя не позиционирует как бродилка, то есть, да. Хотя, по идее, там головоломки именно и заключаются в том, что ты просто бродишь. Как мне туда подобраться? Ну, вот так. Ну, тут как-то нету тропинки. Ну, вот, эта тропинка, это то. По-моему, это не то, потому что отсюда я, кажется, пришел. Ох, давайте чекнем и рискнем. Может, мы... Может, нам сюда. Я уже и не помню. Там, по-моему... Нам сюда, все. Замечательно. Утилизируем... Йоу, они здесь так много... Пипец, это ж... Одну банку выпить это сложно, а они выпали много, выпили много. Вау. Мне бы их умение. Черт, впервые так сильно ненавижу игровых персонажей. Хотя, в принципе, есть игровые персонажи, которых действительно вот ненавидишь. А есть те, к которым более-менее спокойно относишься, даже если они тебя сильно пытаются выбесить. Это философия, как так сказать. Ага. Значит, мне нужно идти куда-то в ту сторону. По пивному следу. Но пивного следа уже нету. Фу, ужас. Пить пиво, кошмар. Нет, стоп. Пиво же... Пиво... Нет, стоп. Фу, не пить пиво, это кошмар. Но быть такими мразотами, вот это крепление. А мне туда разве нужно? А где дым? Дым там. Возможно, мне стоит это сделать. Хотя бы потому, что мне... Ага, мне показалось, что веревка закончилась, и я испугался даже. Хорошо. Поскольку у меня бесконечная веревка, мне стоит ей воспользоваться. Нормально. Так. Наверное, я зря спустился, потому что тут, мне кажется, не подобраться к ним. Хотя, возможно... Не, кстати, а ведь сюда я... Не факт же, что они наверху.
делали. Распаливали костер. Где дым? Ладно, я хотя бы нашел ящик. Мне кажется, я за сегодня все ящики найти смог. Удобно, что от всех ящиков один и тот же пароль. Так, карту обязательно копируем. Что? Листовка о пропавшем без вести? Имя Мич Майклс, возраст 31, рост 189. Высокий для того года. Волосы короткие, каштановые, отличительные черты, обильная растительность на лице. У него, может, уже и не короткий. Общая информация. Видели около Джонси 3 июля 1981. Первый раз объявлен пропавшим без вести 29 июля. Он не знаком с этой местностью. Последнее известное местонахождение. Видели около озера Джонси 3 июля 81. А какой сейчас год? Тоже 81, кажется. Автомобиль Ford 1972 года, бело-голубой. Ага, если вы видели или... Связь, пожалуйста, свяжите и бла-бла-бла. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. Just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I honestly, I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So... Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. Hey, so did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? Ah. I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Это нужно сфоткать. Это выглядит очень красиво. Как сфоткать, я уже забыл. Вот так. И вот так. Йоу. Я трачу свою пленку на всякую ерунду на самом-то деле. А потом, как что-то действительно мне нужно будет сфоткать, так у меня пленки не будет так. Хорошо, я вышел к ручью. Типа вдоль этого ручья мне туда. L1, приближаем. Блин, неудобно стал. Так. Где это я? О, как все ярко, как все красиво.
Я очень плох в нахождении пожаров. Вау. Ля, ну как это не сфоткать? Тут даже березки есть. Исконно шведское дерево. Боже. Мы не шведы. Мы эпик геймеры. А, щит, зачем мне этот фотоаппарат дали? Все, не забочусь вообще ни о чем. Фотоаппарат, чтобы фоткать. Погодите, мне показалось, ли там есть условный знак костра? Похоже, что есть, но я не уверен, что это именно костер. Просто побежали. Водопад, вау. Вау, молнии за окном. Современная Россия. Щит, мне же потом назад возвращаться. Я точно назад не смогу дойти, я как всегда заблужусь. Пейзаж. Да, тут красиво. Надо сфоткать. Ничего не слышу. Это что, замок? Я не хотел его фоткать, но уже захотел. Хорошо, давайте позвоним нашей. Hey, what's to the south of here? Да. Мексика? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Хорошо, куда я пошел? Я куда-то не туда пошел, это точно. Да, я вообще не в ту сторону. Мне там даже карты нету. Возвращаемся, короче, к водопаду. А, кстати. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Oh, пиво. Found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Она, слушайте, она полная или нет? Она, похоже, полная. Ну, блин, они довольно богатые, раз они могут так вот пиво прям... Не то, что пить, а просто банку взять и выбросить. Даже если пить, они богатые на... Откуда у них столько денег, чтобы столько пива покупать? В смысле? О. What the fuck? Йоу. Похоже, скоро будет обновление на FNAF VR с мультиплеером. Боже, это будет вдвойне круто, потому что, во-первых, это мультиплеер, а во-вторых, это VR. Но одно отстойное, то, что реально сосет, это то, что придется платить за эту подписку гребаную, чтобы играть в мультиплеер. Но это круто, я всю жизнь мечтал о FNAF VR и вообще мечтал о мультиплеере. Так. Именно вот мультиплеер FNAF. Что два в одном, скажем так. А, все, вот, я, наверное, пути. За окном молния, аж страшно становится. Тихо. It's epic gaming time, короче. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear, they must have drank four cases of beer out here. Много. What a job this is.
Но здесь же никого нету, да? Ну, горе скинул. Я не знаю, здесь можно не попасться. Я бы очень хотел не попасться на самом-то деле. Черт, это их одежда, да? Записка. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Да, я знаю. Let me know what it says. Читать. Дорогой псих, я надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им, как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи. О, а воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца и точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили. Хрен. Это очень жестоко. Because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Henry, did you attack or do anything that could be perceived as an attack to these campers? No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Все, короче, день 3, а мы на этом заканчиваем наш стрим. I guess. Думаю, никто не досмотрел его до конца, ну и хрен с вами. Так что все, у нас сейчас загрузка заканчивается, и мы сохраняемся и выходим. Хотя... Back to work. Я на всякий случай сохраню игру. И все, и можно заканчивать. Да, я только что сейвнулся. Все, это было очень эпично, мне понравилось. Сюжет развивается, да. Теперь мы знаем, что это, по идее, тот чувак с фонариком. Такое чувство, что он реально нападает, короче. Типа... Подобрать... Я получил достижение то, что подобрал черепаху. И тут написано, что типа она будет жить еще 50 лет, она меня переживет. Вау, мне нравятся черепахи. Так. Ну, короче, все, это было эпично. Да, я так понимаю. Короче, у нас 3 действующих. Ну, пока что лица. Это наши вот эти вот наблюдатели, которые не дают поджигать. Поджигателям. Не дают поджигать леса, да. Потом те девушки и какой-то чувак, вот этот, по идее, с фонариком. Он просто шел такой, да, и напал на этих девок с фонариком. И получается, он тоже защищает чели природу или что-то в этом духе. Возможно, это и есть тот пропавший чувак. Ну, твист могли бы такой сделать, но я думаю, навряд ли, потому что это... Натянуто пока что. Пока что фактов на это нету, да. Ну и все, короче. Это, получается, не девчонки перерезали. Хотя, возможно, и девчонки. Ну а на этом, короче, весь стрим. Мы заканчиваем. Всем пока.